Так. Друзья, день добрый. Или доброе утро. У кого рабочий день уже начался, тем добрый день. Кто еще только начинает вместе с нами, доброе утро. Мы сегодня будем говорить на вебинаре про портал учебного заведения. Расскажем, что это такое. Перед тем, как приступить к самому контенту, я поспрашиваю немножко организационных вопросов у вас. Подскажите, пожалуйста, видно или слышно, или и то, и другое. Прореагируйте, пожалуйста, поставьте плюсики. Мы их увидим, нам будет проще ориентироваться. Так, друзья, с нами ли вы? Так, отлично. Спасибо большое. Значит, если вдруг получается так, что нас или не видно, или не слышно, то самый простой способ – это переподключиться. Обычно все это достаточно корректно работает. Я думаю, что вы примерно уже разобрались, что есть чат, поскольку плюсики я вижу. Значит, если у вас по ходу возникают вопросы, пожалуйста, пишите их сюда. Мы будем стараться отвечать параллельно. Ну и оставим время в конце для того, чтобы на вопросы поотвечать по истечении всего нашего сегодняшнего вебинара. Так, про звук мы поговорили. Если вдруг его нет, то действительно самый простой способ по нашему опыту – это подключиться заново, перейти по ссылке в браузере, и тогда все должно быть красиво. Значит, вы можете регулировать картинку с видеокамеры. Мы сегодня будем иногда использовать и веб-камеру, и показывать свой экран, поэтому если вам что-то хочется сделать крупнее или меньше, вот тут простой способ есть перетащить на своем мониторе, сделать одну картинку чуть поменьше, вторую чуть покрупнее. Думаю, что с этим тоже сложностей никаких не возникнет. Ну и мы поставили на запись сегодняшний вебинар, поэтому на всякий случай предвосхищая вопросы, запись будет. Мы и поделимся на страничке, где у вас проходила регистрация, дадим вам ссылку, поэтому можно будет вернуться к тому содержанию, про которые сегодня мы будем говорить, собственно. Итак, друзья, сегодня мы говорим про продукты 1С Bittrex и конкретно про решение для вуза, про портал для вуза. У нас есть несколько специализированных решений, которые посвящены образованию. Это там, сайт школы, это сайт учебного заведения и, собственно, портал учебного заведения, которому сегодня мы посвятим следующую часть нашего вебинара. Я совсем забыл немножко представиться. Меня зовут Михаил Беляев, я руковожу петербургским офисом компании 1С Bittrex. Вебинар у нас сегодня совмещенный, мы ведем его двумя компаниями. Про себя я немного сказал, второй участник у нас сегодня, который будет основную часть контента давать вам, это Георгий Терентьев из корпорации «Галактика». Коллеги имеют очень серьезную экспертизу в учебных и процессах, и построениях учебных систем, и знают огромное количество нюансов, поэтому основная часть сегодняшнего рассказа будет за ними. Я небольшую вводную сейчас дам, если по орг-моментам подходить, и потом мы посмотрим исключительно на интерфейсы. Я показываю пока вот такие слайды, говорю общие вещи. Основное время мы уделим тому, что будем смотреть, каким образом реализована система, и поотвечаем на ваши вопросы. Итак, вот он, портал учебного заведения. Это скриншот, который есть у нас готовый. Я начал говорить про специализированное решение, которое есть у компании 1С Bittrex для образовательных учреждений. Вот, собственно, три решения, которые я показал. В принципе, каким образом возникают специализированные решения, потому что у нас есть портал Bittrex 24, который аккумулирует много-много инструментов в себе. Как возникают специализированные решения для той или иной отрасли. Ну, естественно, это вытекает из требований либо самой отрасли, процессов, которые внутри находятся, ну, или законодательных требований, которые предъявляют различные законы и подзаконные акты к деятельности того или иного учреждения. Конкретно мы сейчас говорим про учебное заведение, про то, каким образом должна быть построена внутренняя работа, естественно, про то, каким образом должна быть построена коммуникация между всеми участниками образовательного процесса. Про это мы сегодня поговорим. Немножко про продукты, если говорить в целом, то продукты 1С Bittrex сертифицированы по стандарту FSTEC, и это полностью российская разработка.
Тут отвечаем мы сразу на два вопроса. Первое, можно ли использовать? Да, действительно, есть необходимые сертификаты для того, чтобы проще было всю систему сертифицировать. Ну и компания изначально российская, компания 1С Bittrex, и разработки, и коды, которые внутри платформы существуют, они российские, поэтому мы рекомендованы для использования отечественными компаниями. Если мы говорим про импортозамещение, то это вот одно из серьезных преимуществ при выборе платформы, на которой построить можно решение для внутреннего использования или для внешнего использования. Если мы говорим про интеграцию этих решений друг с другом, то я показал, что у нас есть сайт учебного заведения. Мы сейчас будем говорить про портал учебного заведения. Они отлично могут дружить друг с другом. Есть некоторые сквозные процессы, например, публикации новостей, которые готовятся внутри портала и по нажатию кнопки могут улететь дальше на сайт без участия дополнительных коллег, привлеченных с вашей стороны. Эта система сделает за вас, поскольку разработка и платформа внутри фактически одна и та же. Ну и еще один момент затрону. Это современные технологии, которые реализованы внутри платформы. Они достаточно просты в разработке с одной стороны. С другой стороны, мы постоянно меняемся. Примерно раз в полгода мы делаем достаточно серьезные изменения внутри платформы по функционалу. Это не изменение там, кода предыдущих компонентов или предыдущего функционала, хотя здесь мы тоже совершенствуемся. Но мы говорим о том, что мы привносим новый функционал, который востребован в текущих реалиях. Когда выходит новая технология, когда появляется новая модель взаимодействия, например, в там, блоке CRM мы поддержали взаимодействие в чатах. Это можно реализовывать не только говоря про CRM. Я сегодня показывать детально не буду, что это такое, но фактически вы у себя внутри системы можете организовывать либо взаимодействие, либо поддержку социальных сетей или мессенджеров, находясь в одном едином окне своего мессенджера. И это такая простая интеграция, готовая нативная интеграция с несколькими системами, мессенджерами или социальными сетями, в которых присутствуют ваши собеседники потенциально. Ну, про все технологии детально говорить не буду, их достаточно много. Мы будем сегодня касаться исключительно тех технологий, которые необходимы для организации системы внутреннего портала заведения. Я скажу еще, что решение, про которое мы сегодня будем говорить, базируется на продукте Bittrex 24. Я думаю, что про продукт Bittrex 24 вы каким-то образом слышали, либо используете, либо просто в материалах рекламных или ознакомительных видели. Продукт Bittrex 24 – это комплексная система, предназначенная для использования внутри компаний и организаций. Ее задача – дать возможность в едином окне, в одном окне, получить доступ к всем рабочим инструментам, которые в течение либо рабочего процесса, либо образовательного процесса необходимы каждому из участников. Если пробежаться по тем инструментам, которые лежат внутри, мы сегодня не про все будем говорить, это задачи, то есть постановка и контроль поручений, это коммуникация, там есть большой блок коммуникации, когда мы взаимодействуем внутри, мы взаимодействуем между подразделениями, и совершенно разные участники могут друг с другом поговорить разными способами, и с использованием механизмов там, социальной сети, если мы отсылку делаем такую, и с использованием механик там, чатов, быстрых сообщений. Мы умеем работать с документами, хранить документы, просматривать документы, редактировать, права доступа на них раздавать, посмотрим на все это. Мы умеем работать с календарями, у нас есть блок CRM, про который я говорил, мы сегодня на нем не останавливаемся, но он в систему включен. Есть интеграция с телефонией, несколько инструментов, которые посвящены работе с персоналом, каким образом повышается лояльность, каким образом информированность повышается и командная работа организуется. Естественно, мы присутствуем на мобильных платформах. Вот здесь не полный перечень тех инструментов, которые есть в платформе, в принципе, но я говорю о том, что основная задача системы Bittrex 24 – это аккумулировать все данные, которые необходимы участнику процесса рабочего, процесса образовательного, для того, чтобы получить их в одном окне. Итак, это такая общая большая вводная часть. Повторюсь, что специализированные решения на базе продукта Bittrex 24 появляются именно потому, что требования определенной сферы, мы говорим сейчас про сферу образования, сильно отличаются, ну или существенно отличаются от тех требований, которые предъявляются к другим организациям или к бизнесу в принципе. У нас есть специализированное решение, повторюсь, его можно будет посмотреть.
Сегодня мы делаем вебинар вместе с корпорацией «Галактики». У коллег как раз есть очень большой опыт и очень серьезная экспертиза, которая позволяет такие решения выстроить. И там, говоря объективно, решение, которое мы сейчас посмотрим, оно сделано на базе продукта Bittrex24, на базе портала для внутреннего портала для учебных заведений, но изменений там, дополнений, которые отвечают требованиям текущего закона, существенно больше. Поэтому это решение лучше подходит под требования вашей внутренней системы и под требования закона. Итак, я вводную часть завершаю. Я слово тогда передаю коллеге Георгию Терентьеву. Сейчас мы несколько технических моментов решим. Так, отлично. Я тогда от своей веб-камеры буду отказываться. Так, Георгий, вам слово. Добрый день. Скажите, пожалуйста, меня слышно, видно? Михаил, вам меня видно? Да, я все вижу и слышу. Думаю, что тогда и другие участники тоже видят, слышат. А экран сейчас, презентацию мою видно? Тоже да. Отлично. Тогда будем начинать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Еще раз представлюсь. Меня зовут Георгий Терентьев. Представляю я экспертный центр по работе с вузами корпорации «Галактика». Я сегодня расскажу о специализированном решении для высшей школы. В вводной части моей презентации, в смысле вводной части моего доклада, будет небольшая презентация, буквально несколько слайдов, и потом я перейду к демонстрации живого решения на конкретных кейсах и примерах. Итак, корпорация «Галактика» в этом году исполнилось 30 лет, буквально недавно отмечали данное событие, и с 2009 года мы успешно работаем с высшими учебными заведениями, и для этих целей был создан экспертный центр, отдельное структурное подразделение на базе северо-западного регионального отделения в Санкт-Петербурге, откуда я, собственно, сейчас и веду трансляцию. С 2009 года нами был накоплен огромный опыт автоматизации высших учебных заведений по самым различным направлениям. Всего их 4. Первое – это ERP-система, вышедшая из флагманского продукта, позволяет автоматизировать все процессы от приема до выпуска, проведения приемной кампании, управления контингентом студентов, введение учебных планов, расчет нагрузки, составление расписания и многое другое. ECM-системы, BI-системы. Но и одним из очень важных, серьезных направлений для нас с недавнего времени относительно являются портальные решения. В качестве платформы реализации портальных решений, в первую очередь, мы, конечно же, рассмотрели 1С Bittrex и пришли к выводу, что это правильно. По двум причинам основным, их уже озвучил Михаил, но я повторюсь. Все-таки это российский вендор, который продемонстрировал достаточно серьезную динамику развития своего решения за последние там, 2 года, скажем. Это сертифицированный продукт, есть в реестре отечественного ПО, поэтому никаких проблем с, скажем так, приобретением и использованием не возникает. Ну и плюс это открытый исходный код, который предоставляет возможности по развитию, модификации собственными силами заказчиков, что в последнее время тоже достаточно важно стало. Что касается портала, внутреннего портала учебного заведения, для чего он предназначен и какие задачи решает? В первую очередь это обеспечение выполнения требований федеральных образовательных стандартов. Об этом я чуть подробнее скажу. Портал агрегирует всю информацию, которая необходима для всех участников учебного процесса, будь то студенты, преподаватели, аспиранты, возможно, родители или потенциальные там, работодатели, или еще какие-то партнеры вуза из внутренних учетных систем. Есть бухгалтерский учет, есть зарплата там, кадры управления персоналом, есть система управления студенческими кадрами, ну и многое другое. В общем-то, портал является зеркалом этих процессов и, соответственно, предоставляет удобные сервисы для пользователей. Мы всегда стремимся сделать так, чтобы студенты в первую очередь имели единую точку входа для всех сервисов, предоставляемых университетом. То есть один раз авторизовавшись в своем личном кабинете, студент больше не должен авторизовываться в электронной библиотечной системе или в ЛМС, например, или еще где бы то ни было. Вошедший в свой личный кабинет должен получить доступ сразу ко всему, что предоставляет университет в электронном виде. Ну и понятно, что это коммуникация, обратная связь и многое другое. Значит, чуть-чуть подробнее про требования в ГОС. Во всех ГОСах современных, действующих на сегодняшний день, есть такой пункт 7.1.2, где предъявляются требования к электронной образовательной среде,
Достаточно недвусмысленно там все трактуется. Ну, некоторые пункты вот я на слайде привел. То есть студент из любой точки внешнего мира, где есть интернет, должен иметь доступ к своим учебным планам, к рабочим программам дисциплин в рамках своего учебного плана, формировать индивидуальные траектории обучения, то есть осуществлять выбор дисциплин, вариативной части образовательной программы, формировать электронное портфолио, взаимодействовать с другими участниками и многое другое. Все эти задачи позволяют решить наш корпоративный портал. На этом я презентационную часть закончу и перейду уже непосредственно к демонстрации самого решения. Решение представляет из себя систему личных кабинетов. Это личный кабинет, в первую очередь, студента, личный кабинет преподавателя. И ну, есть отдельный личный кабинет аспиранта. Мы говорим, что это, в принципе, одно и то же, что и студента, но есть некоторые различия, поэтому их развели в рамках отдельного личного кабинета обучающегося на два, скажем так, подкабинета. Кабинет студента, кабинет аспиранта. Я их сегодня тоже покажу. С чего все начинается? Конечно же, это авторизация. Стандартная функциональность Битрикса позволяет интегрироваться со службой каталогов. То есть, если в университете есть АД, например, то можно, и учетная запись студентов существует, мы интегрируемся, и студент уже по имеющейся учетной записи может попадать в свой личный кабинет. Если служба каталогов в университете отсутствует, то мы делаем, ну, он уже существует, нами разработан модуль самостоятельной регистрации посредством отправки смс-сообщения, либо email. Ну, так как мой тестовый студент уже зарегистрирован, я сейчас авторизуюсь в системе и посмотрим, что же мы видим. Итак, я вошел в личный кабинет студента. Первое, что видит студент, это живая лента. Сейчас она пустая, мы ее с вами немножко наполним. Живая лента представляет собой некий сбор всех новостей, публикаций и прочего, которые осуществляют пользователи, на которых подписан данный студент. Например, если студент подписан на всех пользователей своей академической группы, и кто-то выложил какой-то документ, провел опрос или еще что-то, студент увидит это в живой ленте. Ну, например, сам студент может написать сообщение в живой ленте, которое увидят все участники, которые на него подписаны. Ну, вот, например, напишем такое сообщение: «Всем привет, можно сюда что-то приложить». По умолчанию кому подтягивается его учебная группа, можно добавить других участников. Но мы пока добавлять не будем. Публикуем сообщение, и оно появляется в живой ленте. То есть студент видит себя, и точно такое же сообщение увидят все участники данной социальной группы. Сюда можно опубликовать файл, например, провести опрос. Наша практика показывает, что этим достаточно успешно пользуются. Ну, например, проведем вот такой опрос. А вы планируете участвовать в волонтерской деятельности? Варианты ответов классические: да, нет. Кстати, не обязательно вариантов должно быть два, их может быть много. Ну и какое-нибудь описание. Введем, например, тестовый опрос. Опубликуем. Видим, что появился опрос. То есть все, кто увидит данный опрос, смогут проголосовать, смотреть результаты голосования и, собственно, публиковать свои опросы, которые увидит наш тестовый студент. Можно отправить какие-то еще сообщения, например, с префиксом, что это важное сообщение, оно будет по умолчанию подниматься вверх. Что касается профиля студента, да, студент на своей личной странице видит свой профиль. Профиль формируется на основании тех данных, которые есть во внутренних учетных системах, то есть в системе, где ведется студенческий кадровый учет. Автоматически подтягивается учебное заведение, учебное подразделение, академическая группа, курс текущего обучения, направление подготовки, квалификация, статус, например, учится в академическом отпуске, могут быть еще какие-то подстатусы, форма обучения, дата последнего входа, пол и социальные группы, в которые входит данный студент. Конечно же, у студента, помимо того, что он это все видит и может там проверить, может где-то допущена ошибка и сообщить об этом в свой деканат, например, студент может редактировать профиль. Для редактирования доступны следующие поля. Студент может заменить фотографию, если его не устраивает та, которая подтянута из учетной системы. Может настроить приватность, показывать пол, дату рождения, e-mail и так далее. При внесении любых изменений обязательно система требует поставить галочку, что студент дает согласие на обработку персональных данных. Текст соглашения может быть совершенно любым, тот, который вы сами подложите. Ну, нажмем там «Сохранить», соответственно, настройки приватности будут применены. Далее. У студента на личной странице сгруппированы его основные, скажем так,
показатели, которые его интересуют и к которым предъявляются требования федеральных образовательных стандартов. Студент видит приказы, то есть это все приказы, которые касаются данного студента, когда он зачислен, каким приказом переведен на индивидуальный учебный план, например, или на следующий курс обучения, условно, неусловно, с какой-то причиной, ну и так далее. То есть все свое движение студент будет видеть на соответствующей вкладочке приказа. Также у студента есть договоры, здесь могут быть совершенно разные договоры, мы для примера ввели один договор на оказание платных образовательных услуг, здесь могут быть договоры на проживание в общежитии, например, договоры на обучение в автошколе, еще какие-то договоры. Все это интегрируется с бухгалтерской системой, системой бухгалтерского учета, будь то 1С, к ней есть, кстати, стандартный коннектор, будь то парус там, или какие-то другие системы. Из недавних фишек у нас появилось, что есть возможность оплатить обучение прямо из личного кабинета, ввести любую сумму. Обязательным условием для доступности этого сервиса является интеграция с банком Эквайером, в котором находится счет университета, и который принимает платежи, осуществляет транзакции. Естественно, что это все делается через бухгалтерию, то есть, например, у студента посеместровая оплата, есть у него там, наступает время оплаты за семестр, появляется кнопочка «Оплатить», не обязательно сумма должна соответствовать полностью той, которая выставлена. Он может несколько там раз оплачивать с карты, может это делать родитель. Ну и, соответственно, автоматом на электронную почту придет уведомление, квитанция о том, что платеж проведен, и в операциях появится операция о том, что платеж принят, выполнен, и отсутствие задолженности, если она ликвидирована, например. На вкладочке «Успеваемость» студент видит все свои оценки, полученные к моменту просмотра за весь период обучения. Ну, например, вот студент может посмотреть, что в 2013-2014 учебном году он сдавал вот такие вот дисциплины с трудоемкостью, результатом контроля, датой сдачи, видом контроля. Ну и, собственно, это очень важно на момент выхода к оформлению приложения к диплому, когда студент должен проверить. Обычно в деканатах вызывают, там печатают на тестовых бланках, в зачетке иногда бывает одно, в ведомости другое, какие-то могут быть несостыковки. Здесь у студента есть возможность все проверить, если он нашел какие-то несостыковки, то сообщить. На вкладочке «Стипендии» будут отображаться все стипендии, которые данному студенту начислены. Ну, так как у нас договорник, да, студент, он не бюджетник, стипендий у него нет. Вкладочка «БУП». Аббревиатура «базовый учебный план» обозначает. Ну, в терминах системы базовый учебный план – это план на весь период обучения. То есть он не совсем, не такой детализированный, как план средств на год, рабочий учебный план, но, тем не менее, здесь студент видит циклы компонента дисциплин, дисциплины, которые он должен освоить, всего часов, и в каком семестре его ожидает контроль. Например, экзамен в первом семестре, во втором семестре по дисциплине философия, зачеты будут по иностранному языку в первом, втором, третьем семестре и так далее. На вкладочке «Рабочий учебный план» студент видит срез учебного плана по двум семестрам текущего учебного года. Например, вот для конкретного вот этого студента за 7-8 семестр видим детализацию основной образовательной программы уже с распределением трудоемкостей по видам работ. Аудиторные, самостоятельные, лекции, практики, лабораторные и так далее с видом контроля. Обратите внимание, что вот есть вариативная часть образовательной программы, и в качестве дисциплин по выбору студенту доступны биржевое дело и ценообразование. И вот дальше очень важный момент, мы переходим к формированию индивидуальной образовательной траектории. Здесь могут быть различные варианты. Один из вариантов, который я вам покажу, это просто постановка галочки. Студент выбирает, там, какую дисциплину он хочет изучать, и ставит галочку. Если в вашей системе внутренней учетной есть рабочая программа дисциплины или какое-то описание той дисциплины, там, преподаватель, который будет вести, или какие компетенции студент получит в результате освоения данных дисциплин, то эти дисциплины становятся доступны в виде ссылочек, можно открыть, скачать рабочую программу дисциплины и так далее, чтобы студент мог обоснованно принимать решение, почему он выбирает ту или иную дисциплину. Если дисциплин в вариативной части несколько, например, не две, а три, то здесь уже возникает вопрос, что не всегда удобно ставить галочку, иногда имеет смысл расставлять приоритеты, потому что не всегда группа может быть сформирована и так далее. Ну, это отдельный, скажем так, механизм формирования групп для изучения дисциплины вариативной части основной обязательной программы. Вот, и больше он лежит на плечах системы автоматизации учебного процесса. Портал является лишь средством для того, чтобы студент высказал свои предпочтения по изучению вариативной части своей основной образовательной программы. Это, скажем так, основные данные, которые нужны студенту
и, собственно, который должен обеспечить ВУЗ для закрытия требований в ГОС. Далее перейду к, ну, скажем так, базовой функциональности портала с точки зрения коммуникации, удобства и так далее. Понятно, что у всех, например, на сайте есть структура образовательной организации, но на портале она представлена в более, скажем так, удобном виде. Есть два варианта отображения подразделений. Первое – это такое древовидное, второе – студент может, например, переключить вид отображения и увидеть вот такие вот кубики. Ну, рассмотрим на примере древовидного, например. Открываем там факультет, институты, филиалы, какой-то там институт, с кафедры, входящие в состав этого института. Можем открыть список сотрудников данной кафедры, посмотреть. Система строит список сотрудников. Вот мы видим всех преподавателей, лаборантов данной кафедры. Доступен поиск по ФИО, по должности. Есть расширенный поиск, да, когда можно там указать сразу несколько параметров. Ну, найдя там интересующего нас преподавателя, например, мы можем перейти на его личную страничку, посмотреть профиль преподавателя, который он сам настроил в своем личном кабинете. Ну, по настройкам приватности данного преподавателя он скрыл свой имейл и мобильный телефон. Если студент и преподаватель находятся в одной социальной группе, ну, например, данный преподаватель ведет у этих студентов какую-то дисциплину, об этом знает система, передала эту информацию в корпоративный портал, могут создаваться соответствующие социальные группы и доступна кнопочка «Отправить сообщение данному преподавателю». Также студент может на свой диск, например, выложить курсовую работу или какой-то еще документ и с сопроводительным письмом отправить ссылку преподавателю с просьбой, например, проверить, и они между собой смогут общаться. Также может быть создан чат, например, конкретной академической группы с преподавателем, и преподаватель для всей группы сможет публиковать какие-то материалы. Что еще? Конечно же, у студента должна быть возможность просмотра своего расписания, что очень важно. Значит, вот обратите внимание, в левой части навигационной панели есть закладочка расписания, и здесь есть несколько вариантов. Индивидуальное расписание по учебной группе, по университету, по аудитории, по преподавателю. Принципиальный момент, чтобы информация для публикации была представлена в той системе, где осуществляется процесс составления расписания учебных занятий. В нашем случае интеграция настроена с нашей системой галактики расписания учебных занятий, и при просмотре расписания учебной группы своей студента будет в момент открытия этого интерфейса происходит непосредственно запрос обращения к веб-службе системы автоматизации составления расписания учебных занятий, система отвечает, и вот мы видим, что у учебной группы, в которую входит наш тестовый студент, вот такое вот расписание. Что касается индивидуального расписания, это как раз индивидуальная образовательная траектория, связанная с тем, что есть дисциплины по выбору, и разные студенты могут ходить на разные дисциплины, входить в разные подгруппы, например, и так далее. Вот обратите внимание, что у нашего тестового студента есть дисциплина профессиональный английский язык, подгруппа там топ-А, и во вторник второй парой, и в пятницу второй парой та же самая дисциплина, подгруппа только уже Б. Вот при переходе на вкладочку индивидуальное расписание происходит очередное обращение к веб-службе системы, и видим, что вот наш студент тестовый, он ходит по пятницам, то есть он ходит в подгруппу, которая занимается по пятницам, а не по вторникам. Значит, ну, то же самое, можно посмотреть расписание по университету, по институтам, например, по каким-то другим подразделениям. Представляется это все в таком виде. Ну, давайте посмотрим тоже, как выглядит расписание по институту, первый курс, биология. Вот таким образом. Значит, ну, по умолчанию подсвечиваются разные виды работ разными цветами, лекции зелененьким, практики там желтеньким, все это, опять же, можно настроить по тому, как нравится. Можно посмотреть расписание по аудитории или по конкретному преподавателю. Например, нужно найти срочно преподавателя, где его можно достать. Переходим на вкладочку «Преподаватель», находим нужного преподавателя, смотрим, ну, так как преподавателей много, система там не сразу список строит, тем не менее, можно найти там нужного преподавателя и посмотреть расписание конкретного преподавателя на конкретную дату, интересующую студент. Что касается портфолио, да, очень важный момент. Давайте рассмотрим. Мы много занимаемся этим в последнее время и несколько раз перерабатывали. Значит, портфолио можно перейти как из навигационной панели, например, вот есть закладочка «Портфолио», так и на основной странице, по которой мы с вами уже прошлись, есть отдельная такая красивая кнопочка «Портфолио». Что портфолио из себя представляет? Фактически это настраиваемый рейтинг студентов, то есть по каким достижениям, там, за научную деятельность, за учебную деятельность, за какую-то общественную работу, какие могут быть там бонусы, баллы и так далее. Ну,
Я предлагаю добавить, например, какое-то достижение. Мы посмотрим, что вот есть. Я выбрал рейтинг достижений в учебной деятельности. Ну, например, наш студент участвовал в какой-нибудь олимпиаде. Вот этот справочник, он настраиваемый, да, для рейтингов достижений в учебной деятельности. Могут быть те требования и пункты меню, которые определены внутренними вузовскими положениями. Ну, вот, например, у нас олимпиады и конкурсы есть. Статус мероприятия для олимпиад и конкурсов – это университетский уровень, региональный уровень, всероссийский уровень. Ну, пусть у нас будет всероссийский. Форма участия – участник, попавший, например, в десятку лидеров, пусть будет. Студент выбирает дату, когда это произошло, ну, допустим, 3 апреля в понедельник, пишет какое-то описание и может загрузить подтверждающие документы. Это можно сделать обязательным, можно не обязательным, но мы стараемся, чтобы это было обязательным все-таки. Для верификатора это очень удобно. Выбираю файл, прикладываю, вот появился наш файл. Необходимо указать тип. Ну, указываем тип документа, подтверждающий статус участника тех или иных мероприятий. Указали тип, нажимаем «Сохранить». Сразу же после этого данное достижение добавляется в список тех, которые находятся на проверке. Вот мы только что с вами добавили олимпиады и конкурсы. Всероссийский уровень, участник, попавший в десятку лидеров, находится на проверке. Смотрим подтверждающий документ. Это тот документ, который мы с вами только что приложили. Какая-то картинка. Значит, как осуществляется верификация портфолио, я покажу на примере личного кабинета преподавателя. Мы сейчас перейдем в другой браузер. Вот мы находимся в личном кабинете преподавателя. В принципе, интерфейс очень схожий, да, то есть чуть поменьше здесь закладочек у преподавателя. Есть его профиль, который он также может редактировать. Преподаватель видит по себе приказы, которые мы забираем из системы кадрового учета. Может посмотреть расчетные листы, скачать, да, но опять же, это все зависит от того, как конкретный заказчик из вузов примет решение. Можно такое предоставлять, нельзя такое предоставлять. Например, где-то мы такую возможность сделаем только если преподаватель авторизуется из внутренней сети университета, из внешней он не может скачать расчетный лист. Можно эту проверку убрать, но тем не менее. Значит, как происходит верификация портфолио? Если преподаватель является верификатором для конкретного студента или группы студентов, у него в закладочке сервиса в навигационной панели доступен становится пункт меню, называется «Достижение студента». При переходе к данному пункту меню система строит список всех студентов, для которых является верификатором наш преподаватель. Вот мы видим тестового студента, видим, что есть статус на проверке каких-то достижений, и находим, вот уже появилось наше достижение, которое мы завели, олимпиады, всероссийский уровень, участник, попавший в десятку лидеров, находится на проверке. Прямо отсюда, из этого интерфейса, преподаватель может посмотреть подтверждающий документ, видим, что это то, что мы приложили, и дальше посмотреть детализацию. Да. Например, изучив подтверждающий документ, преподаватель увидел, что студент ошибся, то есть он указал, что он попал в десятку лидеров, а на самом деле документ говорит о том, что он не попал в десятку лидеров, а является просто участником, например. Ну, я сейчас не буду менять, чтобы продемонстрировать начисление баллов. Да. Нажимаем «Сохранить». Мы видим, что у данного студента подтверждено сейчас из подтвержденных достижений 17,6 баллов. Есть еще прогнозируемый балл. Это в случае, если будут утверждены те достижения, которые находятся на проверке. Ну, давайте вот запомним, у нас прогноз 21,8, подтверждено 17,6. Утвердим какое-нибудь достижение, ну, например, вот, которое мы завели только что с подтверждающим документом. Нажимаем галочку «Проверено». Балл пересчитался, было 17,6, стало 19,2, подтверждено. Ну и, соответственно, таким же образом могут быть верифицированы и прочие достижения. Вернемся в личный кабинет студента. Обновим наше портфолио. Посмотрим, как прошла верификация. Видим те же самые прогнозные подтвержденные баллы. Видим, что появилось наше достижение, олимпиады, участник, попавший в десятку лидеров с нашим подтверждающим документом. Несколько слов о том, как настраивается верификация портфолио. Если у преподавателя есть возможность
должность, соответствующая открытой администраторами системы, или просто это должен делать администратор, то есть все это делегируется правами, но тем не менее появляется у соответствующего должностного лица вот такая закладочка «Администрирование студентов». Сюда можно зайти и увидеть следующее. Это те настройки, которые необходимы для верификации портфолио. То есть, во-первых, те факультеты, которые доступны преподавателю, да, их можно сюда назначить, и настройки достижений. Например, есть основные достижения для всех факультетов, которые не, ну, не имеют специфики в рамках отдельных направлений подготовки. И здесь вот мы видим, что есть рейтинг достижений учебной деятельности. Можем добавить еще какой-то один рейтинг, можем изменить. Строим древовидную структуру. Например, там вот мы указали участие слушателей в образовательных семинарах. Первый уровень есть, второй уровень, третий уровень. Можем добавить еще какой-то вот подуровень, например, сюда что-то ввести, добавить форму участия и то количество баллов, которое будет начисляться за достижение, указанное студентом и верифицированное верификатором. У преподавателя тоже есть закладочки, соответствующие по подразделениям, как у студентов. Ну, об этом я расскажу чуть подробнее, когда мы перейдем к личному кабинету преподавателя. Несколько слов еще хотелось бы сказать про формирование индивидуальной образовательной траектории. Мы говорили, что у студента есть учебный план, да, и он может выбирать, скажем так, дисциплины по выбору в рамках среза текущего учебного года. Если мы говорим, например, про аспирантов, то у них выбор должен осуществляться сразу на весь период обучения. И здесь вот мы сейчас находимся в личном кабинете аспиранта, у него есть закладочка тоже «Учебный план». Смотрим, как это выглядит для аспиранта. План учебной работы. Значит, вот на весь период обучения аспиранта он уже чего-то навыбирал. То, что доступно для выбора было, оно подсвечивается соответствующим блоком. Вот иностранный язык английский, иностранный язык французский, иностранный язык немецкий. Аспирант уже выбрал, что он будет изучать немецкий язык. Пока еще не отправлено научному руководителю или тому, кто утверждает его индивидуальный учебный план, до тех пор, пока не отправлено согласование, можно еще что-то изменить. И здесь открывается вот такое вот окошечко, он может переключаться. Доступные для выбора элементы подсвечены, и выбранный элемент тоже подсвечивается отдельным цветом, таким вот голубеньким. Вот, студент может что-то переключить, выбирать и, соответственно, сохранить свой выбор. Видим, что изменился результат, и отправляем на согласование, соответственно, это все получит верификатор траектории обучения конкретно аспиранта, его научный руководитель, как правило. По студенту. Что еще есть, что, о чем я не рассказал, наверное? Ну, стандартная функциональность Битрикса очень удобная с точки зрения там, ведения каких-либо документов, да, поддержки. Студент может получить доступ к диску, насоздавать здесь различных папочек, в эти папочки положить документы, которыми он постоянно пользуется. Для всех документов есть возможность там, его скачать, куда-то переместить в другую папку, получить публичную ссылку, чтобы отправить ссылку на скачивание или просмотр этого документа пользователю или своему другу, который не является вообще пользователем портала, неавторизованный. Может скопировать внутреннюю ссылку, отправить ее как преподавателю, так и какому-то студенту на просмотр. Ну и управлять общим доступом, да. То есть может добавить конкретного студента или там сразу группу студентов, указать тем, кому этот документ будет доступен на просмотр, чтение или еще что-то. Документ можно как загрузить с диска, да, документ можно создать. Здесь интеграция с Google Docs, конечно же, ну и управление папками там и так далее. Еще важный момент. Важный момент – это заявки. Да? Данная функциональность доступна в личных кабинетах и преподавателей, и студентов, просто у студентов возможностей меньше. Например, мы, скажем так, создали тестовый сервис заявок в IT-службу. Здесь студент может подать заявку, это тоже все настраивается, ему доступны только несколько категорий, например, там проблема с сетью, доступ в интернет где-нибудь в общежитии, да, он выбирает под категорию, указывает, что сеть в общежитии, описывает проблему какую-то, указывает место расположения комнаты, если нужно, добавляет какой-то файл и скриншот, указывает дополнительный комментарий, нажимает кнопочку «Отправить», и соответствующее подразделение, которое должно разрешать те или иные заявки, ее получит и отработает, студент сможет видеть статус всех своих заявок.
При необходимости можно реализовать и настроить сервисы, например, заявки на получение справок о том, что студент обучается, и в деканате это будут видеть, и там, ему отвечать, что ваша справка готова, зайдите, заберите, например. Вот таким вот образом. Наверное, это основное все, что касается личного кабинета студента. Вот еще какой важный момент, да. В требованиях в ГОС прописано, что студент должен там, иметь доступ к электронной образовательной среде именно в плане обучения, то есть ЛМС. Как я уже говорил, мы всегда боремся за то, чтобы учетная запись была одна. И если в рамках, например, учебного плана есть дисциплины, которые реализуются с использованием дистанционных образовательных технологий, то эти дисциплины в данном интерфейсе могут быть подсвечены, опять же, в качестве ссылочек. И при нажатии на эту ссылку студент произойдет его редирект в систему дистанционного обучения, где он увидит курс по этой конкретной дисциплине, может пройти тест и многое-многое другое, получить там оценку. Если эта оценка будет результирующей и участвовать в приложении к диплому, то эта оценка сразу же отразится на его вкладочке успеваемости. Здесь он увидит по этой дисциплине свою итоговую оценку. На этом про личный кабинет студента, наверное, я свой доклад завершу. Перейду ненадолго к личному кабинету преподавателя. Основное мы тоже уже рассмотрели. Преподаватель имеет точно такую же возможность там, управлять своим диском, задачами, заданиями, общаться со студентами и многое другое. Но у студентов появляются дополнительные, скажем так, возможности – центр документов. Сюда администраторы могут выкладывать документы, которые общевузовские, например, или документы, которые касаются данного преподавателя системы, там, например, электронного документа оборота, ознакомление с приказами какими-то сюда может тоже транслироваться. Распоряжение проректоров, распоряжение ректора отдельно могут лежать, ученого совета решения, там нормативно-методическая информация, образцы документов, например, служебных записок. Про расписание я уже говорил, повторяться не буду. Зарплаты, отпуск, расчетный лист, который я вам показывал. Количество дней отпуска оставшего преподаватель тоже может посмотреть. Вот обратите внимание, очень важная закладочка сервиса. Все зависит от прав. Например, если конкретный сотрудник или преподаватель занимается приемом иностранных абитуриентов, это целый процесс, который тоже у нас реализован на портале. Сегодня, к сожалению, мы его посмотреть не сможем, потому что иначе доклад получится очень длинным. Может осуществлять прием в аспирантуру, просматривать достижения студентов, это как раз портфолио, о чем мы говорили, да? И администрирование, функции администрирования, настройки портфолио, о которых я вам уже говорил. Центр заявок. Вот обратите внимание, что появляется больше у преподавателей уже не только IT-службы, но и заявки управления персонала, финансовое управление, там, учет и отчетности, какие-то еще заявки и входящие заявки для данного преподавателя, если он является сотрудником, например, еще и IT-подразделения. То есть, например, директор по IT, он еще и преподает, поэтому к нему могут быть входящие и его заявки, как, например, преподавателя. Ну, собственно, очень удобно отправить заявку в бухгалтерию, например, получить справку 2 НДФЛ. Ну и управление рабочими группами, да, создание социальных групп. Преподаватель может создать социальную группу только для своих дипломников, да, у которых он там является научным руководителем. Может создать социальную группу со студентами, которыми они занимаются факультативно каким-то там своим темам, там волонтерская деятельность, может быть, или еще какая-то. Вот. Ну, средства коммуникации и отображения информации из внутренних учетных систем. Теперь предлагаю перейти и посмотреть, как выглядит личный кабинет абитуриента. Личный кабинет абитуриента. Что он из себя представляет? Да? Ну, в первую очередь абитуриент авторизуется, вводит e-mail. Сейчас мы какой-нибудь другой браузер посмотрим. Есть иностранный. Ну, да, давайте начнем с российского абитуриента. Российского. Значит, студент регистрируется, либо нажимает кнопочку «Зарегистрироваться», там нужно будет ввести логин, пароль, e-mail. В смысле, да, ввести e-mail или номер телефона, на который придет смс с первым присвоенным паролем, который он сможет изменить. Но так как я уже зарегистрирован, я введу свою существующую учетную запись. Я уже создавал тестовую анкету, вот он ее находит, она пока находится в статусе черновик. Важно понимать, что
Настройка личного кабинета абитуриента производится с той системой, которая является мастер-системой по проведению приемных кампаний. Неважно, что это Галактика управления вузом, 1С университет проф, там, Тандем, еще какие-то самописные системы. Есть универсальный механизм, который позволяет интегрировать справочники с любой системой. Значит, по умолчанию с профиля, указанного при регистрации, подтягивается фамилия, имя, отчество. Абитуриент может указать пол, дату рождения, место рождения по паспорту, гражданство РФ или другую страну, документ, удостоверяющий личность. Опять же, из справочника документов выбирается, например, паспорт гражданина. Здесь обязательно все по маске, то есть есть, скажем так, защита от дурака, что только 4 цифры допускается, больше уже ввести нельзя. Аналогично маска по номеру документа. Дата выдачи может выбираться из календарика, например. Орган, выдавший, вводится как в паспорте, код подразделения по маске. Адрес. Ну, вот про адрес, наверное, я скажу чуть подробнее. Нам очень нравится, как мы реализовали данный сервис. Сейчас я все удалю, чтобы нам ничего не мешало. Значит, вот выбор адреса реализован посредством интеграции с сервисами Яндекс.Карт и Google Карт, где автоматически определяются населенные пункты, индексы, улицы, дома и прочее. И все это потом успешно может импортироваться в систему, которая является мастер-системой по приему, интегрирована, например, с нашей там, налоговой складом. Вот введу там, начну вводить страну, Белоруссия, он уже подтягивает. Например, если адрес места жительства не совпадает с российским, область, регион какой-то там, начну вводить Гомельскую область, Гомельский район. Автоматически подтянулся. Город Гомель, конечно же, будет. Гомель, да. Улица. Ну, не знаю, какая есть улица. Ленина, наверное, везде есть. Нет. Значит, Победы. Да, есть, например, проспект Победы. Выбираем, да, дом указываем. Да, есть второй дом на этой улице. Он сразу же проверяет, да, прямо в онлайне. Указывается корпус, квартира. Например, корпус. Покажу. Если есть индекс в системе, то индекс тоже автоматически подкинется. Далее студент указывает контактную информацию, точнее абитуриент предыдущее образование заполняет из справочников, направление подготовки выбирает, на которое он хочет поступать, и которые заведены в качестве там, планов набора или планов приема в системе, где осуществляется прием и выгрузка физ. ЕГЭ. Олимпиады может указать вступительные испытания, добавить родственников, например, мать, отца, официального представителя, либо не добавлять, это все не обязательно. То есть, если он нажимает «добавить», то есть обязательные поля, опять же, чтобы качество данных было на высоком уровне. Указать индивидуальные достижения, какие-то прочие там особые права. Ну, это все на самом деле настраивается. После того, как абитуриент заполняет необходимую информацию, нажимает кнопочку «сохранить», анкета сохраняется, может ее отправить. Тут же происходит проверка на корректность заполнения. Есть обязательные поля, которые не заполнены, сразу ему показываются ошибки в анкете, что нужно доработать, ну, и так далее. Это что касается российского абитуриента. Также есть у нас возможность приема иностранных абитуриентов. Там анкета несколько отличается, да, у меня навигационная панель справа, пунктов достаточно много, их больше. Здесь есть и виза, страна, город получения визы, действующая российская виза, наличие. Опыт работы может указываться, дополнительная информация, документы. Ну, там достаточно много специфики, сейчас я на этом останавливаться не буду. Значит, вот это те три составляющие, из которых состоит наш корпоративный портал. В первую очередь, личный кабинет студента, личный кабинет преподавателя и личный кабинет абитуриента. Личный кабинет абитуриента реализован как веб-анкета с использованием продукта Bittrex управления сайтом, а не корпоративный портал. Это уже, опять же, нюансы, мы можем об этом подробнее рассказать так индивидуально, если кому-то будет интересно. И ненадолго позволю себе вернуться к презентации, с которой начинал. Наверное, всех интересует вопрос, а как это все поставляется, а как настраивается, да, у всех разные требования все-таки, нет ни одного вуза, у которых все одинаково и так далее. Значит, при сотрудничестве с нами что вы получаете? Вы получаете все исходные коды нашего решения. Мы сами устанавливаем, развертываем систему и осуществляем ее настройку с вашими системами, скажем так, внутреннего учета, которые будут являться источниками данных для публикации на корпоративном портале в личных кабинетах. Модифицируем обязательно дизайн под ваш брендбук, если он существует, то есть меняем цвета, интерфейсы, можем передвинуть какие-то поля. Ну и, собственно, консультируем администраторов, предоставляем документацию по тому, как это все настраивать, управлять.
обновлять и, в общем-то, в дальнейшем сопровождать. На этом, коллеги, я свой доклад заканчиваю. Готов перейти к вопросам, если таковые у вас в ходе моего доклада появились. Я вижу первый вопрос. Можно ли посмотреть демо-версию, есть ли она? У Bittrex есть, а у настройки существует ли? Демо-версия существует. Весь вопрос только в том, какие данные там люди хотят посмотреть. То есть, в общем-то, если есть у кого-то желание, мы всегда говорим, что мы предоставим описание нашего сервиса, который обеспечивает интеграцию, и коллеги смогут там, пускай небольшой объем своих данных выгрузить, мы к себе их загрузим и на какое-то время предоставим тестовый доступ к нашему порталу, где уже можно будет посмотреть примеры на своих данных. Ну, то есть для того, чтобы посмотреть, нужно с вами связаться, написать там письмо, например. Конечно. Я свои контакты давайте покажу, то есть кому интересно будет, можно будет со мной связаться, и мы обсудим возможность предоставления. Так, вот так вот видно сейчас, ой, прошу прощения. Да. Так, надо шифтом, шифтом 5, да. Вот, мои контакты на ваш экран, почта terentief@galaktikait.ru, многоканальный телефон в Санкт-Петербурге, от города 812, номер 327-2770. Звоните, обращайтесь, мы вам расскажем, покажем более детально, может быть, с вашей спецификой, ответим на вопросы. И еще, коллеги, сейчас вот понимаю, что забыл осветить некоторый момент, да, опыт тех вузов, кто уже пользуется нашим корпоративным порталом и чего удалось добиться. Я буквально еще одну минутку займу вашего внимания. На сегодняшний день реализовано два больших проекта. Первый, главный, это Нижегородский университет имени Лобачевского, ННГУ имени Лобачевского. Мы с ними плотно очень работали последний год, очень много сделали. Они были первыми, скажем так, постановщиками задач, идеологами во многом. И мы, скажем так, образовали хороший такой тандем. Мы как исполнитель и опытный интегратор в сфере образования, да, и вуз, который подошел к тому, что им нужна полноценная система в виде корпоративного портала. Это Санкт-Петербургский, помимо ННГУ имени Лобачевского, Санкт-Петербургский университет технологий и дизайна. Тоже достаточно крупный вуз, больше 25 тысяч студентов. Начинаем сейчас проект еще в ряде вузов, планируется, каких пока говорить не буду. Но, в общем-то, планируем сильно развиваться, интерес в вузовском сообществе достаточно серьезный есть. Да, ну, один еще назову, давно тоже сотрудничаем достаточно, реализовали личный кабинет абитуриента и личный кабинет студента в Санкт-Петербургском университете, в Политехническом университете Петра Великого. То есть наш питерский политех, в общем-то, даже на нашем сайте есть про это ролик. Там проектор дает достаточно хороший отзыв. Ну, просят вот немножко осветить результаты внедрения. Можно как-то обозначить, что используется? Я понял. Результаты внедрения, в общем-то, это все то, о чем я сегодня рассказывал. Да? Это личные, система личных кабинетов студентов, преподавателей, ведение портфолио, его верификация, предоставление сервисов по коммуникации и интеграция с внутренними учетными системами. То есть вот все, о чем я говорил, это и есть результаты внедрения. То есть там ничто не урезано, в принципе, все достаточно полноценно эксплуатируется. Вопрос по реализации чуть поглубже. Как реализована интеграция с существующей системой учета движения контингента студентов? Значит, внутри корпоративного портала есть встроенный обработчик XML и JSON, формат XML и JSON, который может обращаться либо к веб-службе, да, если есть у внутренней системы учета какой-то API, то мы можем туда обратиться и забрать данные для публикации в корпоративном портале. Если API, например, отсутствует, то мы можем согласовать формат обмена данными, например, каждый там день или каждую неделю какую-то папочку в согласованном нами формате XML там, или JSON. Заказчик из своих систем учета контингента выгружает данные, мы их парсим, обрабатываем, кладем в личный кабинет. Сейчас я вижу вопрос по стоимости, я ее чуть-чуть там передвину на следующий. Какие, может быть, сложности, о чем нужно подумать перед тем, как внедрять? Какие сложности с продуктом и с большими объемами? Значит, самая большая сложность в том, что фактически портал является очень красивым средством, красивой картинкой, удобным, но это все будет работать только в том случае, если внутри, вот в мастер-системах, которые будете использовать, которые будут являться источниками данных, все хорошо. В противном случае корпоративный портал будет являться зеркалом, ну,
не совсем корректных, там, достоверных, согласованных данных. То есть в первую очередь нужно начинать с того, что есть и в чем вы уверены. Если вы уверены в том, что у вас данные по студентам, они корректные, то можно приступать к созданию личных кабинетов. Например, есть вот учебный план студента, есть его там приказы, есть договоры, например, есть еще что-то. Можно не обязательно все сразу делать, можно начинать только даже с портфолио. У студента есть учетная запись, его фамилия, имя, отчество, направление подготовки, еще что-то. Нужно вести портфолио. Мы разворачиваем личный кабинет, студент получает доступ только к портфолио. По мере того, как появляется информация, например, о договорах, появляется соответствующий пунктик меню «Договор». И последовательно можно внедрять все, скажем так, разделы личного кабинета. Георгий, а чуть от себя вопрос. Есть ли обратная связь от участников, ну и сотрудников вуза, и от студентов, насколько легко интерфейсы принимаются, то есть насколько легко система в восприятии? Ну, от студентов, вот лично я ни с каким студентом не общался, сказать не могу. Могу только транслировать то, что слышу в вузах заказчиков. Студентам легче, чем преподавателям освоить. То есть они-то постоянно в этих гаджетах, сервисах, да, интерфейс адаптивный, то есть можно из планшета заходить там в свой личный кабинет, и из телефона, все это достаточно красиво смотрится, то есть ну, не обязательно там полос протрутки никаких там длинных не появляется. Вот. Есть преподаватели, конечно, у которых там они уже и в возрасте, и прочее, но в общем и целом как бы, интерфейсы достаточно интуитивно понятные, осваивается все это быстро, тем более, что с помощью того же сервиса портала делаются рассылки, демонстрационные видео в вузах, там мы делаем документацию, кратенькие инструкции, чтобы верифицировать портфолио, там нужно нажать раз, два, три, четыре, пять, там, ну, то есть я даже, в принципе, могу показать там эти кратенькие инструкции, они у нас есть, с освоением проблем не возникает. Это не сложная учетная система, все-таки здесь портальное решение, оно достаточно красиво, интуитивно понятно. Ну, давайте тогда к волшебному вопросу про стоимость. Два раза спросили. Понятно. Коллеги, стоимость складывается из двух вещей. Стоимость самого продукта 1С Bittrex, корпоративный портал, да, и второе – это наши услуги по, скажем так, интеграции, настройке, модификации и прочему. Это все обсуждается индивидуально в зависимости от требований. Поэтому напрямую зависит от нашей трудоемкости, то есть сколько нам нужно потратить своего времени на то, чтобы внедрить. Это, ну, скажем так, вилка начинается там от… Ну, вот за один личный кабинет, наверное, трудоемкость наша от 300-400 тысяч рублей базовая. Дальше в зависимости от потребностей. Если говорить про стоимость лицензии, то она зависит от количества участников процесса. Мы, как чаще всего во внедрениях, студенты вносят и абитуриенты вносятся за скобки этих лицензий, а внутри этого лицензирования находятся сотрудники вузов. Ну, соответственно, нужно смотреть, сколько их там, 200, 500, 1000, 5000, 20 тысяч. В зависимости от этого есть цифра. Там начинается она условно там, от 200 тысяч рублей за решение, и дальше ну, зависит исключительно от количества. Там мы ссылку потом приведем, где можно посмотреть это. Да. Так, коллеги, есть ли еще вопросы по решению или по продукту? Пишите в чат, мы мониторим. Так, сейчас я брошу в чат ссылку по стоимости лицензирования, и потом в материалах, которые мы отправим, мы там приведем ссылку на табличку, где можно посмотреть, какое количество пользователей, какой стоимости соответствует. Спрашивают, не столкнулись ли вы с какими-то техническими проблемами, если мы не учитываем валидные данные? Можно ли сказать, где подводка? Не знаю, вопрос про валидность. Ну вот если с данными все окей, то есть если системы ведутся там чисто корректно, и они могут отдать верные данные, сразу про данные забываем. Есть ли какие-то другие технические сложности, не знаю, интеграции с системами или чего-то еще? Нет, здесь самое главное – это данные. Все технические вопросы, они решаются достаточно легко. То есть я не могу сказать, что мы где-то столкнулись с серьезными техническими ограничениями. В общем-то, ну да, где-то там пришлось, например, когда большие массивы данных, объем там 30 тысяч студентов, да, и нужно найти быстро студента, ну немножечко там где-то оптимизировали поиск, да. Но это все достаточно быстро. То есть требования к серверу там не сверхвысокие, достаточно там 8 гигабайт оперативной памяти, и, в принципе, уже вполне система работает хорошо, стабильно. Ну и закружение – это открытое окружение, не требующее отдельное лицензирование, в смысле покупки лицензий. А есть ли интеграция с LMS Moodle, готовая в вашем решении, может быть?
На сегодняшний день готовая интеграция с LMS Moodle, ну, опять же, смотрите, что считать готовой интеграцией с LMS Moodle? Да. Фактически, это должна быть связка из трех систем. Да? Первая – это система управления учебным процессом, где есть учебный план. Есть студенты, студенты, привязанные к учебным планам. В рамках учебных планов определяются дисциплины, которые реализуются с использованием LMS, да, дистанционных образовательных технологий. Эту информацию нам сообщает система первоисточник. И дальше мы уже просто настраиваемся сами на LMS, пишем, если нужно, модуль там, авторизации рядом с тем же модулем, у него код открыт, это тот же самый PHP, что и Bittrex. И, в общем-то, здесь проблем совершенно никаких нет. То есть мы готовы это реализовать там в самые кратчайшие сроки. Просто у всех, у многих модул сильно там перепилены. Здесь один модул, здесь там здесь другой, там третий. Поэтому все равно это индивидуально достаточно. Но быстро и проблем нет. Это одна платформа разработки, и мы понимаем прекрасно, как это делать. То есть на своем демо-стенде мы, наверное, может быть, в ближайшее время сделаем, что-то покажем. Так, и еще есть ли решение для школ? Да, у нас есть отдельное решение по сайтам для школ, то есть сайт школы. Но если мы говорим про внутренний портал той же школы, то я думаю, что он будет сильно перекликаться с портальным решением нашим. Наверное, там не вся функциональность, про которую Георгий сегодня говорил, применима к школе. Там это усеченный, естественно, функционал по личным кабинетам и по ролям. Но можно посмотреть на нашем сайте готовое решение или точно так же с коллегами поговорить. Возможно, там часть функционала легко переносится и на действительность школы. Ну, я дополню чуть-чуть. То есть для нас, в принципе, разницы, наверное, нет. Нужно только понимать специфику, да, именно школьную. А что должно быть в личном кабинете? Адаптировать не проблема. Мы просто пока, честно скажу, там аналитикой потребностей школы не занимались. Если есть желающие в этом направлении поработать, то мы открыты к общению. Пожалуйста, звоните, пишите. Уточнение. Если у вуза уже лицензии Bittrex есть внутри или каким-то образом используется портал, готовы ли вы посодействовать в там, реализации другого функционала, про который сегодня говорили? Конечно. В принципе, уже и опыт такой был, то есть у нас среди заказчиков вуза, которые Bittrex купили там еще года два назад, да, потом пришли к выводу, что хотят, скажем так, с нами посотрудничать в рамках создания личных кабинетов с уже имеющейся функциональностью, которая была сделана самими и используется, например, в стандартном Bittrex. Не вопрос. Фактически мы что делаем? Мы свои исходные коды встраиваем в уже имеющийся. Если у вас голый Bittrex когда-то там куплен, скажем так, вы используете стандартную функциональность, ничего не дорабатывали, то мы просто встраиваем свое решение буквально там за один день, еще за неделю адаптируем дизайн, и вы начинаете использовать личные кабинеты. Вот. Если есть какие-то серьезные переработки, то нужно просто посмотреть, где идет пересечение, там, поправить немножко. Проблем никаких нет. Друзья, если мы на что-то не ответили, напишите, пожалуйста, еще раз. У меня есть ощущение, что мы по всем вопросам прошли. Или если есть новые вопросы, то тоже пишите. Мы готовы отвечать. Так, пока новых вопросов не вижу. Давайте я еще раз скажу, что у нас запись вебинара ведется. Мы ее отдадим. Контакты есть на слайде, можно по решению, про которое мы сегодня говорили, любые вопросы задавать. Если мы сегодня их не возьмем в рамках вебинара, то ответим совершенно легко после, там, по письму, по звонку или по другому каналу связи. Да, я тебя, коллеги, добавлю, что, в общем-то, наш экспертный центр, да, мы общаемся, вот у нас вузов заказчиков там, ну, по разным, скажем так, направлениям больше 50, да. А всего вуза, с которыми мы общаемся, делимся опытом, там, ходим друг к другу в гости, наверное, около 200. То есть мы с удовольствием готовы знакомиться, общаться, приехать к вам в гости, можем пригласить вас к нам в гости. Я думаю, что такое общение всегда для всех очень полезно, скажем так, взаимовыгодное. Поэтому вы не стесняйтесь, пишите, звоните. Много чего можем рассказать, показать, помочь. Друзья, хорошо. Если вопросов нет, большое спасибо вам за уделенное время. Сегодняшний вебинар тогда мы завершаем. Дальше будем общаться. Спасибо огромное.
Всего доброго, всем до свидания. Счастливо.